Сейчас прозвучит чисто импровизационная вещь под названием «Гюльджанар», что означает «райский цветок». «Как выглядит цветок из рая?» Она сказала мне: «Не знаю. Хоть показать должна бы на себе». Сегодня встретил я цветок из рая. Она стояла, запах вдыхая, и имя ей всего лишь Гюльджанар. Признаться, я знакомству был бы рад, и ей предложил всего лишь ограбление, чем вызвал у нее недоумение. Я ей предложил всего лишь ограбление, чем вызвал у нее недоумение. Такая масса книг, не хватит денег, а прочитать не хватит жизни. Вот оживи, привыкнув к укоризне, что прочитал не все, и прихватив колени, я предложил лишь ей а номерами обменяться. Потом пришлось ретироваться. К тому же снег пошел. Ты опоздал на несколько мгновений, и Новый год теперь уж без сомнений предшествует зиме. О, Господи, своем ли он? Поздно сел, поздно сел, поздно сел, да.